Юго-Восточный округ столицы представляет Валентина Павловна Матвеева. Пятеро внуков, огромное количество увлечений, среди которых поэзия, музыка, цветоводство, туризм, лыжи, плавание, велосипед. Все, что составляет жизнь Валентины Павловны Матвеевой, это активность, энергия, главное увлечение — бальные танцы, история бала, возрождение традиций бала, победитель многочисленных танцевальных конкурсов. Валентина Матвеева убеждена, что жизнь для нее только начинается. Валентина Матвеева, Юго-Восточный округ. Внимание на экран. Лед и пламя, иллюзии и приземленность, бес и ангел, мечты и действительность сошлись однажды в поединке, в котором не могло быть победителя. Так родилась женщина. Яркая, страстная, непредсказуемая. Одним своим словом она может вознести до небес или больно ранить. А женщине, которая танцует танго, слова не нужны. У нее есть взгляд, поворот головы, изгиб бровей, движение рук. Жизнь – это танго, а танго – это целая жизнь. Валентина Матвеева, Вячеслав Гнездилов, Руслан Каиров. Браво!